Завершились праздничные гуляния по случаю Дня города и района особым подарком. Славянцев с днем рождения их малой родины поздравил народный артист РСФСР Лев Лещенко. День рождения Славянск на Кубани и Славянский район праздновали целых 3 дня. Славянцам они запомнились массой незабываемых эмоций и впечатлений. Первый год здесь живем, мы в восторге. Мы приехали издалека, с Дальнего Востока, поэтому как бы вот такого колоритного праздника мы еще не наблюдали, как бы можно сказать, даже в своей жизни, возможно. Молодцы, шикарно, жители, насколько мы знаем, очень довольны. Благодарным администрации. Вот мы вчера на Кубанском хоре были, и они как бы вот все говорили, что большое спасибо, что вот мы не ожидали, что такой праздник нам сделают. Замечательно было в Северном парке, просто восхитительно. Там, ну, очень колоритно, очень показачи. Ну, здорово вообще. Вот мы в восторге. Ходили по всему городу, вот ждем Льва Лещенко. Я бы хотела сказать, то, что жители здесь самые лучшие, просто город шикарный. Я не местная, и поэтому это просто атмосфера праздника здесь, ну, просто даже лучше, чем в Москве, мне кажется. Славный праздник, день города. От всей души поздравляем всех жителей города Славянска на Кубани, Славянского района. Вчера чудесный был концерт в Доме культуры, где награждали почетных жителей города и района. Вечером чудесный концерт для всех жителей Славянска на Кубани, Славянского района. Выступал ансамбль имени Захарченко, да, Кубанский казачий хор. Великолепно. Все в восторге. Всем нравится. Еще посещали Курени, где рассказывается о жизни наших предков. Ну, в общем, мы в восторге. Побольше таких праздников. Последний праздничный день завершился большой концертной программой, открыл которую коллектив Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Славянские зрители артистов Краевой филармонии горячо принимали. Вместе с ними пели и танцевали. Но все же многие с нетерпением ждали выхода на сцену народного артиста РСФСР Льва Лещенко, на песнях которого выросло не одно поколение. До начала концерта в интервью нашей съемочной группе Лев Валерьянович поздравил славянцев с праздником и поблагодарил за приглашение. Люди, которые просто живут на этой земле, здесь растут их дети, здесь, наверное, они сами родились, и, конечно, они хранят и традиции, и культуру, и историю своего края. И это очень здорово. Я благодарен им за приглашение, во-первых, и стараюсь спеть репертуар такой самый разнообразный, чтобы порадовать и молодых, и взрослых людей. Ну, вот, ну а им хочется пожелать побольше радостных дней в году. Вот, улыбок, света, чтобы в доме был уют, вот, чтобы было тепло, чтобы они жили в удовольствии, в радости, вот, и побольше здоровья, побольше долгих лет жизни. Чтобы послушать песни легендарного певца, пришли, если не все жители города, то очень многие. На Театральной площади и близлежащих улицах в этот день не было ни одного свободного места. Замечательный город, спасибо вам огромное за приглашение сегодня выступить перед вами. Здесь сегодня, на дне города, низкий вам поклон за все, что вы делаете для нашего трудового отечества. Ура! Вернулся я домой. Вот опять скажу.
Лев Лещенко исполнил свои золотые шлягеры, такие как «Городские цветы», «Где же ты была», «Из полей доносится печаль», «Эхо». Песню «Надежда» артист исполнил вместе со славенцами. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, звездные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут самые словатые сюжеты. Потише, и мы залпом слышим. Ты поверь, что здесь далеко. Но губами здорово поют. Надо быть спокойным и прямым. Специально пришли посмотреть Лещенко, конечно. С удовольствием смотрим. Очень хорошо поет, нравится все. Ну, очень с большим удовольствием «Надежду» послушали сейчас и спели сами. Лев Валерьянович, прежде всего, как бы это, певец еще, да, тех времен. Ну, как бы, да, наши еще родители слушали такую музыку. Я уважаю. Уважаю, как бы, да, как вокалиста, потому что на него надо, равняться. Голос очень хороший, проникновенный. Праздник очень понравился. Вообще, ну, свет, все, обстановка, музыка. Лев Лещенко, первый раз живу увидел. Спасибо большое администрации. Очень хороший праздник, мы рады. Счастья, здоровья всем, процветания городу. От имени жителей за прекрасное настроение и замечательный концерт народного артиста РСФСР Льва Лещенко поблагодарил глава Славянского района Роман Синеговский. Уважаемый Лев Валерьянович, дорогие друзья, мы привыкли наблюдать за вашим творчеством по телевизору, но сегодня вы приехали к нам в гости. Правильно сделали. Большое вам спасибо за тот праздник, который вы нам подарили, потому что на ваших песнях воспиталось не одно поколение славянцев и жителей Краснодарского края, жителей нашей страны. Я хочу от всех жителей Славянского района сказать вам огромное спасибо, пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. Ну, мы будем находить события, праздники для того, чтобы с вами встречаться постоянно и регулярно. Правильно? Спасибо. Завершился День города и района праздничным салютом. Давайте все дружно, всей площадью крикнем «С днем рождения! С днем рождения!» Громче, громче, громче! Пускай все районы слышат, что сегодня мы отмечаем замечательный праздник. День рождения города Славянской Кубани и Славянского района. С днем рождения! Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».